Здорово, дорогие друзья! С вами снова я, Санж. Сегодня мы продолжаем рубрику «Построек». И да, я снова на орбите Земли. А, друзья, только на мой второй канал подписаться не забудьте, там я снимаю различные игры. Там видео будет выходить чаще, если вы подпишетесь. Все, если подписались, то молодцы. Ну а мы переходим к видео. Не так уж и давно меня попросили построить спутник, ну, как я понял, спутник Земли. А, сегодня мы построим, ну, именно искусственный спутник Земли, я имею в виду. Приступаем. Так, друзья, получается, для начала мы, у нас будет ширина 5 блоков. Вот таким вот образом. Так, примерно вот так. Так, это застраиваем. Здесь также застраиваем. И здесь также вот это вот застраиваем. Высота у нас будет 5 блоков. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вот таким вот образом. Так, с этого убираем. А, то есть, должно это выглядеть приблизительно вот таким вот образом. Сам спутник я решил сделать желтым. Можно взять также какой-нибудь другой белый цвет, например. Вот так, так, так же вот так. А, так, здесь у нас все правильно. Здесь еще доставляем. Хорошо, далее мы приступим из березы и стена из песчаника. Скругляем край нашего спутника. Вот сюда стену из песчаника, сюда тоже вторую стену из песчаника. Сюда, сюда стену. Так, дальше сюда желтый бетон. Сюда, сюда ступени из березы. Вот сюда. И вот сюда тоже ступени из этого же материала. Вот таким вот образом. Так, затем сюда, сюда. И вот сюда, вот сюда. Хорошо. А, так, дальше делаем впереди эту, как ее называют, антенну. Вот такие вот образом. Так. Я, по-моему, даже большой спутник взял. Да, друзья. Я вот здесь слишком большим, извиняюсь. По идее, он должен выглядеть чуть поменьше. Так, здесь у нас центр получается. Ага. Да. Слишком большой я его взял. По идее, он должен выглядеть вот так. Да, то есть 5 блоков, это получается у нас вот так вот 5 блоков. Еще с учетом боковых ступеней и вот здесь стена из песчаника. Так, сюда ступени, ступени, стена из песчаника. Раз, раз, раз. Сюда, сюда, сюда. Ступени, ступени. Стена. Сюда стена, сюда ступени, ступени. Да. Так, ступени, я сказал. Вот так вот. Угу. Так, друзья, чтобы сделать тарелку, нам пригодится ступени из гладкого кварца. Мы делаем такой вот крестик. Потом сюда ступени из гладкого кварца. Чем-то это будет похоже на то, что я делал в Вояджере. Если смотреть, то можете посмотреть. То есть вот так, вот так, вот так. Вот так. Дальше люки. А главное, далеко вниз не улетать. Так, люки дальше. Так, сюда. Это вот сюда. 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 Хорошо. И затем сюда вот это вот, вот так. Так, сюда еще люк сбоку. Вот таким вот образом. Закрываем. Тоже здесь ставим сбоку и закрываем. Так, сейчас я это поставлю вот так. Закрываем. Здесь также. Хорошо. Так, дальше, друзья. Вот сюда. Желтый бетон. Сюда. Череп скелета. Сюда. Стержень края. Ну или энда, как он называется. Да, в принципе, без разницы. Угу. Так, следующим этапом будет солнечные батареи. Сюда стены жандозита. Еще вот сюда вот рычаг. Рычаг. Не волнуйтесь, заднюю часть спутника и остальные компоненты мы также займемся декорацией. Но просто сейчас хочу уделить время солнечной батареи. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И еще светло-серые стеклянные панели, вот таким вот образом. Так, куда я улетел? Вот все. Так, стеклянные панели, следующие, вот сюда.
Так, дальше, друзья. Ширина, точнее, высота панелей у нас будет... ну, я решил взять за 3. Да, 3 блока. Вот таким вот образом. Так, это убираем, это убираем, это ставим, это убираем. Здесь тоже вот это вот можно убавить. Хорошо, здесь также представляем панели до самого конца. И сейчас мы еще займемся декорацией. Этой самой солнечной батареей. Так, получается, отступив 2 блока отсюда, сюда мы ставим... Сюда мы ставим, получается, бирюзовые. Эти... панели. Извиняюсь. Вот сюда, сюда. Так, затем далее ничего не отступая. Мы здесь ставим следующие сразу же. Вот таким вот образом. То есть, вот так. Так-с, вот так. Вот здесь все правильно, да? Здесь все правильно. Угу. Так, так, так. Так, и вот так, и вот так. Угу. Все, вот это вот можно закрыть. Хорошо. Так, тут у нас все верно. Дальше, друзья, ну, в принципе, то же самое мы делаем с другой стороны. Просто вот отзеркаливая вот эти вот штуки с... сделанные из бирюзовой стеклянной панели. Просто их отзеркаливаем в эту сторону. Итак, друзья, должна была получиться вот таким вот образом. Ну и в конце нам осталось только задекорировать сам спутник. Так, сюда расставляем знамена. Начнем с задней стороны. Так, друзья, вот сюда ставим знамена. Получается, дальше, друзья, сюда рычаг. Рычаг и натяжной датчик. Так, сюда кнопка, сюда, сюда кнопки. Редстоуновый факел. Дальше люки из березы вот сюда. Вот сюда, вот сюда. Сюда. Сюда, вот таким вот образом. Затем сюда желтое знамя. Сюда еще багровую кнопку. И затем еще вот сюда и вот сюда также 2 кнопки. Так, друзья, дальше декорируем снизу. Так, снизу. Сюда, сюда, сюда люки из березы. Сюда тоже люки из березы. Так, тут у нас приклеили вспомогательные блоки. Желтый бетон вот сюда. Стержень до сюда. Рычаг сюда. Это вот так. Это закрыть. Так, вот это вот так. Это вот так. Угу. Так, спереди. Это вот сюда. Нет, не совсем. Вот это вот, вот сюда. Сюда. Так. Так. Редстоун. Редстоун. Чернокамень. Чернокамень. И вот сюда рычаг еще один. Вот таким вот образом, неактивированный. Подним сюда тоже 2 рычага. Угу. Так, затем далее, друзья, сюда. Сюда желтый бетон. Сюда черепа скелетов вот таким вот образом развернутые. Так, сюда. И вот сюда рычаги. А под низ ставим эти натяжные датчики. Значит, натяжные датчики. Угу. Так, сбоку здесь сюда желтые знамена. И также пару кнопок. Угу. Так, тут у нас все верно. Тут тоже у нас все верно. Угу. Ну и осталось только вверх. Здесь расставляем вот таким вот образом люки из березы. Также вот сюда и вот сюда. Сюда проводник. Так, сюда проводник. Потом сюда стержень энда. Сюда, сюда. И затем на один из них варочную стойку, а на второй череп скелета. Все. На этом все. На этом наш вот такой вот спутник закончен. Надеюсь, что эта постройка понравилась вам. Надеюсь, что она пригодится для вашего космоса. А теперь... данное видео подошло к своему логическому завершению. Не забывайте ставить лайки, подписаться на мой канал, оставлять комментарии. С вами был снова Санж. Всем удачи, всем спасибо и всем пока.